Движение вверх. По поручению губернатора Приморского края производится установка новых лифтов в многоэтажных домах Фокино. Работы ведутся в рамках реализации на территории городского округа краевой программы «Доступное и качественное жилье». Пешком на 9-й этаж – невеселая реальность для жителей фокинских малосемеек. Большинство лифтов в многоэтажных домах, построенных более 30 лет назад, давно вышли из строя. Техника выработала свой ресурс. На проведение масштабной замены лифтового оборудования требовалось серьезное финансирование. Решением проблемы стало участие города в краевой программе по обеспечению населения доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства. В январе месяце у нас была проблема с водой. Олег Николаевич приезжал, губернатор нашего края. Ну, естественно, объезжал хозяйство города. Ну, и в том числе остановился и сказал, так сказать, не сказал, а дал команду вступить в программу и... Лифты должны к осени быть. По программе софинансирования на проведение работ из краевого бюджета выделено порядка 23 миллионов рублей. Сумма финансового участия муниципалитета в проекте составляет 5 миллионов 669 тысяч. В настоящее время с Могилева, это Белоруссия, значит, пришли у нас 8 лифтов. Значит, ну, задача была поставлена к 1 октября. Запуститься, 1 сентября запуститься. Но получилось так, что по железной дороге там была задержка, у них официальный документ есть, что была задержка. И сроки, так сказать, сдвинулись немного. Специалисты отмечают, что по программе устанавливаются лифты последнего поколения. Все они относятся к классу энергоэффективных и отвечают требованиям безопасности. Сегодня приезжал руководитель Дюндик Алексей Анатольевич, значит, с края, который занимается непосредственно монтажом этими. Я с ним общался, вы, наверное, тоже с ним его видели, так сказать, снимали. Значит, ориентировочно до 15 октября лифты будут установлены, смонтированы. Ну, может быть, к этому сроку, а может быть, неделя еще дополнительно это оформление документации. Ну, как он меня заверил, что ориентировочно 15 октября ленточка будет разрезана. Монтируем 25 дней, 70% металла уже вкинули, осталось чуть-чуть, и будем переходить к пусконаладке. Думаем, до 20 октября закончим. Постепенно разные адреса, каждый дом будет отдельно запускаться. Стоит напомнить жителям малосемейных высоток, что лифт в жилом доме является частью общедомового имущества. Следовательно, ответственность по обслуживанию, ремонту и замене подъемного механизма лежит на собственниках жилья. Бережное отношение к новой технике – основа вашей безопасности и комфорта.